масштабах президентской программы 25 лет, а в следующем году будет 25 лет реализации этой программы на Вологодчине. Поэтому уникальность еще и в том, что практически все проекты, которые предлагаются в рамках этой программы, они получили свое дальнейшее развитие. В большей степени, в меньшей степени, но все те проекты, которые защищались в качестве выпускных проектов, они так или иначе реализовывались на территории Вологодской области. Уникальность, как вы говорите, президентской программы заключается в том, что всем этим людям есть что рассказать. На самом деле такой уникальный очень инструмент. За 25 лет было обучено уже свыше 700 человек, которые являются грамотными, квалифицированными менеджерами. Большинство из них имеют свое дело. Управленцы с большой буквы, управленцы, которые понимают, как должен строиться бизнес, как он должен развиваться. И самое главное для области — это вот формирование такого экспертного сообщества, где все друг друга знают, где люди могут друг с другом общаться, обсуждать какие-то проблемы, и где люди реально заряжены на то, чтобы область развивалась, чтобы регион становился одним из лучших.